Всем доброго дня! Рада вас приветствовать! Сегодняшнее видео станет продолжением темы нецветения орхидеи фаленопсис. В начале сентября я снимала видео, в котором очень подробно рассказывала о причинах нецветения орхидеи фаленопсис, какие могут факторы влиять на это и что нужно поменять в условиях содержания. И также в этом видео я провела стимуляцию на цветение 5 орхидеи. Вот они сейчас все перед вами. Прошло ровно 2 месяца, и я вам хочу показать, как они выглядят на сегодняшний день. Сподвигла, в общем-то, на снятие такого видео меня вот эта вот орхидейка. Это орхидея моей кумы, которая несколько лет не цвела. Я ее показывала вам месяц назад, у меня был обзор на эти 5 орхидей. В каком состоянии сами орхидеи и есть ли результат после стимуляции. Появились ли на орхидеях цветоносы. Вот этот цветоносик у нее уже был достаточно большой, сантиметров 5, наверное, может больше. Но на сегодняшний день она мне выпустила еще один цветоносик. Вот он. Орхидейка себя чувствует хорошо. Я так смотрю, у нее там даже разветвление появляется на цветоносике. Но с нетерпением, конечно, жду и я, и моя кума цветения этой орхидеи. Посмотрим, что же она собой представляет. Следующая орхидейка, которая у меня уже несколько лет, это реанимашка. Я ее восстанавливала долго, она не хотела никак зацепиться за эту жизнь, но в конце концов на сегодняшний день выглядит она, в общем-то, неплохо. Нарастила приличное количество листочков, корней в горшке тоже достаточно. И я ее тоже решила простимулировать, так как прошлое весеннее цветение она пропустила. Вот такой вот у нее на сегодняшний момент тоже цветоносик. В общем-то, такие длинные цветоносы я уже стараюсь фиксировать на держатель цветоноса, так как моя частая проблема, я эти цветоносы при поливе, при переставлении, при протирании ломаю, поэтому я их сразу и фиксирую, чтобы избежать вот такой ситуации. У этой орхидеи цветоносик один, но я, в общем-то, на большее и не рассчитывала, так как она у меня после реанимации. Вот эта орхидея, это подросток Pink Galaxy, которая у меня еще не цвела. И вот тоже приняла участие в этом эксперименте, посмотрела я, как на нее, как на этот эксперимент будут реагировать подростки, которые готовы к цветению, которые уже вошли в возраст цветения. У нее хорошее количество листиков, 8 штучек, хорошее количество корней, поэтому почему бы ее и не простимулировать. В итоге вот у нее такой замечательный цветонос подрос. Он у меня в обзоре тоже есть. Ссылку на этот обзор я вам обязательно оставлю, кому будет интересно, можно будет посмотреть. Но эта орхидейка мне еще за последний месяц добавила еще 2 цветоноса. Вот цветоносик и вот в пазухе цветоносик. Поэтому можно смело сказать, что орхидеи отлично отреагировали на стимуляцию. Никаким образом эта стимуляция негативно на орхидеи не повлияла, выглядят они замечательно. Корни в активном росте, листочки растут. Эта орхидея, вероятнее всего, парфюмерная фабрика. Мне ее отдали больной, с плохой корневой системой. Вот сейчас она выглядит вот таким образом, эта орхидея. И она мне тоже выдала цветонос. Он один, так как орхидея после восстановления, и это понятно. Но он есть. На стимуляцию орхидейка откликнулась. И последняя орхидея, которая принимала участие в этом эксперименте, и на момент обзора у нее цветоносов не было вообще. Это Violet Queen. Она у меня была единственная, которая вместо цветоноса начала расти вот этот молоденький листочек. Но в итоге на сегодняшний день у нее вон там возле корешочка растет цветонос. Вот корни у нее замечательные в горшочке. И еще у нее есть цветонос побольше, я его увидела совсем недавно. Вот он. То есть в итоге у нее есть 2 цветоноса. И что сейчас очень важно сказать, то, что я уже говорила в 2 предыдущих видео на тему нецветения фаленопсиса, это то, что мы, если и хотим простимулировать орхидею на цветение, она по каким-то причинам у нас не цветет, это должна быть взрослая, здоровая орхидея, у которой не менее 4 листочков. У нее вполне развита корневая система. Она не на реанимации, не сразу же после реанимации. Ее не заедают насекомые вредители. И у нее
полноценные и правильные условия содержания. То есть яркое рассеянное освещение не менее 10 часов в сутки, полив по просушке, ну и соответствующий температурный режим. Потому что да, действительно, бывают ситуации, когда при всех благоприятных условиях орхидея фаленопсис не цветет. И я вам обещала в предыдущем видео на эту тему, что я вам обязательно расскажу еще о двух абсолютно 100% действующих способах, как зацвести орхидею фаленопсис. Но получила один комментарий, в котором девушка писала о том, что у нее не работает смесь янтарной кислоты и нашатырного спирта, но у нее отлично стимулирует орхидеи на цветение монофосфатное удобрение. И в этом видео я тоже обязательно сделаю на одной своей орхидейке такой эксперимент. Я специально дождалась до того момента, когда все мои орхидеи, все, кто хотел, все, кто мог, они уже все выпустили цветоносы, и вот осталась парочку подростков, цветение которых мне бы тоже хотелось увидеть. Но попробую пока только на одной. Ну а теперь расскажу о тех действующих способах, как зацвести орхидею фаленопсис. Способ первый. Как правило, в начале весны, либо в начале осени орхидеи входят в фазу активного роста. У них раскукливаются корни, начинают новенькие молодые корешки расти. И как следствие этого появляются новые молоденькие листочки. Так вот, когда молодой лист достигает размера 2/3 от размера взрослого листа, эту орхидейку можно простимулировать на цветение, подготовка ее к смене сезонов. А именно, когда наступает момент очередной полива орхидей, вы ее не поливаете. И если ваша температура содержания где-то в районе 20-22, такой полив можно отложить даже на неделю, 5-7 дней. Если в комнате включено отопление и температуры выше, то тогда лучше такой полив отложить на 3-4 дня. Корни за это время не успеют пересохнуть. Орхидея абсолютно спокойно перенесет такую небольшую кратковременную засуху. Но, как правило, такая легкая пересушка стимулирует орхидею на цветение, потому что в природных условиях, когда начинается смена сезонов от более влажного к более сухому, именно в этот период в природе орхидеи начинают зацветать. Поэтому и в комнатных, домашних условиях можно вот такой орхидее дать небольшой звоночек о том, что идет смена сезонов. Так вот, именно такая небольшая пересушка будет стимулировать орхидею выпускать цветонос уже прямо сейчас. Вот эта орхидейка у меня попала в этот эксперимент случайно. Я ее просто, ну даже не то чтобы забыла полить, она была у меня в таком состоянии на прошлой неделе, в день, когда я поливаю орхидею. Не то бы полить, не то бы не полить, поэтому я ее пропустила. Думаю, пусть она лучше немножечко подсохнет, чем я ее перелью. В итоге эта сухая дополнительная неделя привела к тому, что орхидея выпустила новый цветонос. Вот он. Теперь расскажу об этой орхидее. Это Golden Fish. И эта орхидейка настолько у меня жадина, что я у нее каждый год буквально выпрашиваю эти цветоносы. При том, что она содержится в точно таких же условиях, как и все остальные орхидеи, которые замечательно, добровольно цветут. Но эта у меня барышня очень проханная, поэтому я ей делаю регулярно в начале осени такие небольшие просушки. Притом она может даже на одну и не среагировать, ей нужно две просушки. Я ее удобряю, как и все свои остальные орхидеи. Здесь корней сумасшедшее количество, листья тоже все здоровые. Но при этом эта барышня у меня вот с очень небольшой охоткой дает новые цветоносы. Она с удовольствием будет доращивать старый. И мне, в общем-то, жалко его срезать. Пусть она уже его доращивает, но новый она обязательно у меня тоже дает. Вот новый цветоносик, который у нее растет. И растет он только благодаря вот таким вот небольшим просушкам. Видимо, у этой орхидеи такая потребность, что она дает новый цветонос только вот после небольших пересушек в осенний период. А весной вообще она цветоноса не дает никогда. Она целое лето будет доращивать старый цветонос. Вот, кстати, вот этот цветонос, который я вам показывала, он у меня прошлой осенью вырос. И вот она целое лето цвела этим цветоносом и вот пытается еще доцветать этим цветоносом. И теперь еще один способ, как зацвести здоровую орхидею фаленопсис, которая в силу каких-то причин при подобающем правильном уходе почему-то не цветет. У меня такие ситуации были. Эти две орхидеи были куплены мной как реанимашки от цветашки. И после того, когда они восстановились,
Уже у них было достаточное количество корней и листьев, но они отказывались цвести. То ли они забыли, как этот процесс происходит, непонятно. И мне пришлось их тоже простимулировать для того, чтобы увидеть их цветение. Суть этого способа заключается в том, что фаленопсисы очень чувствительны к смене освещения. Поэтому я свои орхидеи вот точно так же в период активного роста, когда у них уже начали расти новые листочки, тоже приблизительно в этот же период, когда молодой лист у орхидеи достигает половины либо две трети размера стандартного взрослого листа, вместо полива, и я подчеркиваю, это очень важно, когда нужно вашу орхидейку полить, мы вместо этого переносим орхидеи вглубь комнаты, либо переставляем орхидею на окно, на котором освещение хуже, чем на том месте, на котором она стояла до этого. В общем-то, я со своими взрослыми орхидеями так и поступаю. Лето они у меня проводят на северных окнах, а когда начинается осень, я их потихоньку переношу на южные окна, но при этом обязательно притеняю. Но такая возможность у меня была не всегда, и раньше у меня было только одно окно, где я могла разместить орхидеи, это западное окно. В целом, там для всех остальных орхидей света было достаточно, и они цвели без каких-либо проблем. Но вот эти две орхидеи отказывались наотрез. Поэтому я их вместо полива перемещала вглубь комнаты, там, где освещение чуть хуже. Находились они у меня там 5-7 дней. Но опять же важна температура. Если это умеренная температура 20-22 градуса, то можно и 5-7 дней их там подержать, но не больше. Если же температура в комнате теплее гораздо, то тогда 3-4 дня будет достаточно. И только после того, когда мы орхидею возвращаем на ее прежнее место, мы ее обязательно поливаем. Эффект от этой процедуры чем-то похож, когда вы днем выходите из кинотеатра. Казалось бы, обычный день, но при этом, выходя из более темного помещения, этот цвет становится очень ярким и ослепительным. Вот этот эффект приблизительно срабатывает и на орхидеях. То есть, когда орхидеи стояли на этом западном окне притененном и не цвели, то после такой процедуры, плюс еще небольшая просушка, и это очень важно, потому что если освещение становится меньше, то и воды такая орхидея требует намного меньше, и чтобы не перелить ее, чтобы, не дай бог, не начали гнить корни, мы ее именно в сухом состоянии перемещаем ее на место с менее ярким освещением, и только по возвращению на ее родное прежнее место мы ее начинаем поливать. Как правило, через 2 недели цветоносы обязательно появляются. Ну и теперь перейдем к третьему способу, который мне написали в комментариях, как можно заставить орхидею фаленопсис зацвести. Это использование вот такого вот удобрения. И подходящая орхидейка у меня тоже есть. Это орхидея Summer Rose Blue Star. Они на самом деле тоже очень неохотно выдают цветоносы. У нее есть 5 листочков. И я думаю, что ничего страшного абсолютно не произойдет, если эту орхидею попробовать простимулировать вот таким вот препаратом. Потому что орхидея фаленопсис может не цвести, когда у нее абсолютно все условия практически идеальны, но она не цветет именно потому, что ей не хватает каких-то микроэлементов. И каких конкретно микроэлементов орхидеи не хватает, конечно, сложно определить. Поэтому если ваша орхидея, ну вот прям категорически отказывается цвести, то можно, я думаю, пробовать несколькими способами, несколькими составами простимулировать ее на цветение. И смесь янтарной кислоты и нашатырного спирта, как мы видим по результатам, в 100% абсолютно работает. Не знаю, почему у этой девушки не сработало. Может быть, что-то недоставало именно в условиях содержания этих орхидей. Но в любом случае, если монофосфат калия сработал, то я попробую его тоже. Я вам хочу сказать, что дозировка здесь сумасшедшая. Фосфора 52%, калия 34%. И таким удобрением я бы не рекомендовала удобрять орхидею на постоянной основе. Но вот такой вот допинг единожды, я думаю, что можно дать. Использую пол-литра воды, поэтому я возьму полграмма этого удобрения. У меня есть для этого граммовая ложечка, и ровно половинку я буду использовать. Вот так вот. Обязательно нужно хорошо перемешать, ну и дать, наверное, минут 5, чтобы это удобрение хорошо растворилось. Корни у меня на этой орхидее предварительно пролиты, поэтому мне нужно будет только залить необходимое количество и дать постоять минут 10. Наливаю где-то 2 сантиметра, не доходя до верха горшочка. И оставляю на 10 минут. 10 минут уже прошло.
С орхидеи я удобрение уже слила. Обязательно вам покажу, будут ли результаты у этой стимуляции. Ну и понятно, что никакая стимуляция не является полноценным удобрением, поэтому как только на наших орхидеях появляются цветоносы, мы обязательно вносим им калийно-фосфорные удобрения. Как правило, это удобрения, в которых либо больше фосфора, либо больше калия. И я такие удобрения чередую, внося их через каждых 2-3 полива, в зависимости, как быстро просыхает орхидея и в какой системе она растет. И такую подкормку мы делаем до тех пор, пока орхидея не раскроет первый цветочек. Но как же быть в том случае, если вот как у меня, на этой орхидее вот летний цветонос еще вполне в нормальном состоянии, но при этом уже появился новый цветоносик. Так вот, в таких случаях я все-таки делаю подкормку калийно-фосфорными удобрениями, так как вот эти цветочки, они в любом случае, летнее цветение держится недолго, я в любом случае их потеряю, но зато я подкормлю вот этот вот цветонос. Ну вот, наверное, и все, что было важно сказать в этом видео. Если у вас остались вопросы, пересмотрите еще 2 моих видео по теме цветения. Я обязательно ссылки на них оставлю в описании к этому видео. Если у вас тоже есть какие-то авторские способы зацвести орхидею фаленопсис, обязательно делитесь в комментариях, а я по возможности тоже попробую поэкспериментировать. А на сегодня все. Спасибо вам большое за внимание. Всего вам доброго. До свидания.